Бум художественной гимнастики в Тольятти. 19 мая в универсальном спортивном комплексе «Олимп» стартовал турнир на призы Алии Гараевой. Соревнования проводятся в ранге открытого Кубка города и проходят в Автограде в четвертый раз. Свои умения в красивом и изящном спорте демонстрируют местные спортсменки и приезжие гимнастки. У них впереди большое и, вероятно, олимпийское будущее. Главное – стараться и выкладываться на тренировках на 100%. Хотя, как считает финалистка Олимпийских игр в Пекине и Лондоне – Алия Гараева, чемпионские титулы – это не главное. Мне кажется, что главное в спорте – это чтобы дети росли здоровыми. А дальше это уже все зависит от их целей, их устремлений и как сложится их дальнейшая судьба. Самое главное, чтобы спорт им приносил радость, удовлетворение, и это они заняты. Ну, я считаю, что спорт – это классно. Алия Гараева уже на протяжении 4 лет находит время в своем плотном графике для визита в Тольятти. Почетная гостья турнира с удовольствием общается с тренерским коллективом и юными спортсменками. Абсолютно никакой звездности, только искренность и доброжелательность. Она очень доступная, да, очень доступная, в принципе, как бы со всеми, пожалуйста, да, там и автографы, и на вопросы даже отвечает, советы дает, если кто-то что-то спрашивает. В прошлом году, вот я помню, ну я как-то все вот, потому что сейчас только мы начали, я в основном вспоминаю прошлый год, она же к нам приезжала беременная, и я прям помню, что дети аж прям вот вокруг ее животика вот там ходили, вот облеплялись, ну то есть очень так все добродушно, прям доброжелательно. Такое мероприятие, как турнир на призы Алии Гараевой, серьезное событие для мира художественной гимнастики Тольятти. Тренеры подводят итоги учебного года, гимнастки демонстрируют то, чему научились за сезон. Окончательные итоги состязаний будут подведены 21 мая. В субботу в 16 часов в Олимпе пройдет церемония закрытия, а также награждение победителей и призеров. Лучшие спортсменки будут определены в различных возрастных категориях и группах – от 3-го юношеского разряда до мастеров спорта. Наталья Лопатина, Альфия Ярулина, Валерий Мальков, служба информации «ВАСТ-ТВ».